Всем привет! Мой подписчик Илья прислал мне донат и попросил разобрать для него песню «Русское поле». Я ему говорю: слушай, это минор, скорее всего, на паде Рихтер получится нормально сыграть. Он говорит: окей, как считаешь нужным, так и делай. Для тех, кто не знает, настройка паде Рихтер отличается от обычной блюзовой настройки одной ноты. На три выдох там вместо соль перестроена в ноту ля, и получается очень удобно играть в третьей позиции, в четвертой позиции, там, где нужно извлекать ноту ля, она извлекается, играется просто как три выдох. Если у вас нет такой гармошки, вы можете играть эту мелодию на обычной блюзовой, но тогда мои три выдох вам надо будет заменить на три вдох с двойным бендом. Но я все-таки очень рекомендую себе такую гармошку либо сделать, либо купить, там заказать у мастера или у меня, там я могу выслать. Поищите, в конце концов, если не знаете, я могу подсказать, где такую гармошку взять. Вообще у Зейделя есть такая настройка, они выпускают. Я слушал разных исполнителей, они немножко все по-разному играют, поют, и аранжировки немножко отличаются, но в целом, конечно, у всех одинаково похоже получается. Но я вспомнил в мультфильме «Возвращение блудного попугая», Геннадий Хазанов озвучивал попугая Кешу, и он там тоже пел эту песню, он там на тракторе едет, очень душевно получается. Но мы под обычную минусовочку сыграем сегодня. «Русское поле», гармошка до, в настройке паде Рихтер, тональность ля минор. Thank you.
Там есть пара мест, где сложно играть. Во-первых, там во втором куплете есть овербенд. Во втором и в четвертом вы можете этот кусочек сыграть так же, как он играет в первом куплете. Вы там по табам посмотрите. Если сложно сыграть с овербендом, то играйте так же, как в первом куплете. Я не думаю, что это кто-то заметит, если вы так замените. И в середине там был проигрыш, я его желтеньким цветом тоже напишу. Можете его вообще не играть, но я сыграл просто потому, что я могу. И в концовке там тоже овербенды. Можете тоже обойти или там как-то по-другому сыграть, но в повторе это не так страшно. Там, короче, в аранжировке, которую я выбрал, так получилось. Ну и я сыграл так, чтобы это не диссонировало. На самом деле, в оригинале я, когда слушал исполнителей, там такого не было. Поэтому, если вам не нравится или не получается, то играйте по-своему. Вот, на самом деле, несложно играется на Рипаде Рихтере без бендов. Вот если вы там похимичите, то можно повторить. Но если техники хватает, то умения хватает, то играйте с овербендами так красиво. И так на самом деле надо, потому что по вокалу поется именно так, как я сыграл. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте видеогармошки.ру, там, где я выкладываю свои минусы и табы, которые вы все время просите писать под видео, я выкладываю их у себя на сайте. Регистрируйтесь и пользуйтесь. До скорой встречи, пока, еще увидимся.